Здравствуйте, Артем. Это видео про ваши одуванчики. Сейчас я их проверю в моей камере. Одуванчик номер один установлен с помощью двухстороннего скотча на мой тестовый адаптер. Вот калибр, по которому вы будете устанавливать одуванчики. Вот двухсторонний скотч для первоначальной наклейки. То есть сначала ставите на скотч и проверяете в камере. Камера должна показать диафрагму 2.0. Фокусное расстояние 58 мм. Ловушка фокуса отключена. Если камера не показывает, добиваетесь, сдвигаете на скотче одуванчик вправо и влево до тех пор, пока камера не покажет диафрагму. Затем отмечаете место посадки одуванчика на адаптере с помощью острого предмета. Снимаете одуванчик. Убираете остатки двухстороннего скотча и черную краску с вашего адаптера. И при помощи обезжириваете все поверхности, в том числе обратную сторону одуванчика. И при помощи зубочистки наносите маленькое количество клея на место установки одуванчика. И по границам сажаете одуванчик уже на клей. Итак, одуванчик номер один проверен, одуванчик номер два. Таким же образом он запрограммирован. 58.2.0, ловушка фокуса отключена. Вы, конечно, можете попробовать войти в режим программирования на М-ке. Обычно покупатели с такими же камерами пытались, но у них ничего не получалось. Ну, кто знает, может быть, все-таки у вас получится, может, кто-то делал что-то неправильно. Сейчас я упакую ваши одуванчики и отправлю вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.